Всем привет на ваших экранах вновь WWE, меня зовут Максим, и это канал GG Family. Что ж, посмотрим, что нам принесет этот день. It's appropriate my finisher is called the end of days, because if I get a shot at your US title, you're gonna lose it by the end of the day. Короче, как я понимаю, мы будем с ним драться, он называет это конец дней, и типа он хочет забрать у меня... Хочется брать мой пояс. Пояс Соединенных Штатов. Так. О, сайд-матч можно устроить. Давайте. Давайте, почему бы и нет. Ты говоришь о большой игре, о какой-то, о двух матчах. Тебе нужен урок, типа, как его там, уважение преподать. Типа, да? И кто же будет учить меня? Либо... Да, давайте, почему бы и нет. Я. Надеюсь, ты хороший учитель, потому что... Если ты это сказал. Блин, прикольненько. Давайте, давайте посмотрим, на что он способен. Мы уже с ним встречались в Royal Rumble. Не помню кто, но его тогда скинули. Так что не знаю, что он сейчас выпендривается, что он хочет этим сказать, показать нам, научить нас чему-то хочет. Ну, сейчас разберемся. Но это мы уже проходили. Блять, я такой маленький по сравнению с ним. Ах ты хренота-то, а, какая. Тихо-тихо, вставай. Да блин, убрал полоску риверса. Да блин, я не могу попасть в нужное время. Ага, конечно. Да какого хера? Только дайте мне просто встать и все. На тело. Так. Больно? А? Ублюдок. А нападать на меня? Будешь знать. Хо-хо, больненько тебе, наверное, твою головушку, да? Нос не сломался, а? Ублюдок. Ручка. Пошла в ход. Так, тут что у нас открыто, как обычно? Можно взять стулья. Че, неожиданно подкрался, да, ко мне? Ублюдок. Упс, промахнулся. Ручки, ножки больно. Ножки больно. Да нет, не это я хотел сделать. Так, ну-ка давай-ка возьмем эту херню. Блин, какая же у тебя голова крепкая, а, чувак? Блин, а чё? Я же вроде мувсет не менял. А, нет, да? Вот они, мои любимые приемчики. Ну-ка. В смысле? Вставай. Да блин. Да я ж нажал, какого хера?
Я нажимаю, я не понимаю, почему не происходит. Ублюдина, а? Тихо-тихо-тихо. Пойдем за мной. Там огнетушитель есть, я помню. Как раз для тебя. Как раз тебя ждет. Так, ты что остановился? Я тебе говорю. А, ну ладно, так, нормально. Но я тоже устал, да, уже? Ну, стул, я думаю, тебе поможет немножко охладиться. Не вставай. Так, вы там свалили бы отсюда? Да возьми. Во, отлично. Пора потушить пожар в твоей душе. На. Охладись немножко, чувак, реально. Достал. Больно? Ладно, погнали дальше. Не ори. Я хочу вон на стоянку выйти, я туда еще ни разу не ходил. Пойдем, побежали. И что, нельзя от него далеко отходить, что ли? Ну, возьмем стул тогда. Пойдем потихонечку. The action is officially on the move. Ты куда встал? Ты чё? Да попади в него! Это что? Это как называется? Это как так называется, а? Понял. Я же... Нет. А, отлично. Возьми. Вот опять началось. Нет. Ну ладно, мы просто споткнемся. Быстро вставай, у меня два добивания есть. Ну вставай, пожалуйста. Блин. Нормально нас так побило-то немножко. Ты зачем тебе моя голова, ты слышишь? Дай встать. Блин, так же и проиграть можно. Хорош, все, успокойся. Да, блять. Убрал эти риверсы, эту полоску риверсов. И теперь как-то хуже получается. Что за херня? Отлично. Давай. Пушку ему не оторви. Бля, ну это же, мне кажется, это не больно. Давай, попробуем все-таки провести этот удар. Ох, давай. Вот это больно. Есть, отлично. Джон Сима, win. Опять разборочки у нас. Так, ну зато нам дали, да, очечки. Очечки, это хорошо. Плюс 1400 экспириенса. Скорее всего, эти нам не дали. Монетки, чтобы нам... Умение качать персонажа своего. Так, ну бой совсем коротенький. Так что, рано заканчивать. Like так. Типа, было очень, типа, зрелищное начало. Когда ты победил Бобби Рута, типа, забрал у него титул.
Но сейчас любой может попробовать забрать у тебя чемпионство. Окей. I did? Любой. Я должен защищать свое. Ну, типа. Well, ну, that makes my job easier. Типа, это мое. Это моя работа, просто я тебе об этом сказал, и все. В общем, такие они правила придумали, ничего больше, но я никому не скажу. Так, ну что, пойдемте на ринг тогда. Будем защищать, как я понимаю, наше чемпионство, наш пояс. Красивенький. Золотой. Блин, может до ломбарда сбегать, сдать его? Пока еще не поздно, пока не забрали его у меня. Ну пока все... Так, а я с ним, да, буду драться? There's something special about being the United States champion. Sure, there's a long list of legends who have held this title, and that's great. But it's also how как охрененно обладать этим титулом. It's a tradition that started with John Cena, and I've decided that I'm going to continue that tradition. И я ее продолжу. I'm not going to let this title sit on a shelf and collect dust. Oh no, I'm going to defend it every chance I get. Я буду защищать каждую попытку. I'm bringing back the U.S. title open challenge. Я открываю челлендж открытого, грубо говоря, чемпионского пояса. Любой может мне кинуть вызов, и я обязательно с ним сражусь за него, за титул. А, ну, понял. Блин, а было бы прикольно то, что мы его нокаутировали, чтобы у него там сразу там хпшечка поменьше было. Было бы это замечательно, на самом деле. Блин, он довольно-таки сильный, на самом деле. Посмотрим, сможем ли мы противостоять ему. Пропускаем. Сразу полетели. Что ты? Что вы кричите, я не пойму? Я защищаю свой титул. Что в этом плохого? Немножко ручки ломаем ему. Чтобы он даже не думал о том, что можно их поднять на меня. По спине пинаем. Упс. Упс называется. А, замечательно. Это вам нравится уже, да? Не вставай. Так, его надо просто победить, просто удержанием на лопатках. Зачем? Не-не-не-не-не-не-не-не. Отлично. Вот теперь я вовремя нажимаю. Не знаю, почему на парковке у меня так не получалось. Так. Сальтушечка. Отлично. Да, куда ты полез? А, ну ладно, хорошо. Жопку поймал. Мою. Больно, да? Ой, наверное, как больно-то, а. Дай пройти, слышь? Главное успеть. Ого-го-го! Да! Да, это было больно. Так. Ты там что, спишь уже? А, чувак? He's displaying classic offense here. Красиво, а?
Еще раз. Не-не-не, не поднимай его. He doesn't want to absorb much more punishment if he wants to win this match. This match is trending in a bad direction for him right now, guys. He's going to want to make some changes. Сколько раз пытался он меня уже пнуть? У него это не выходит. He's going to need a change in momentum and fast. Старый приемчик давно не делали, по башке получил. Ну-ка попробуем. Ну, вряд ли он сейчас встанет легко. Ну да. Надо только после добивания, я думаю, сделать. Но у меня пока не накопилось. И почему-то не копится. А почему? 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 Как куда ты? Упс, там все запутались в этих. Так, ну-ка, залази, залази в эти. В угол. В угол лезь. Во, молодец. Вот это мне нравится. Больно, больно, больно кому-то. Отлично. У меня накопилось. Накопилось добивание. Финишуха, как говорится. Ну, надо побить его еще немножко. I'll be shocked if that's not it. А почему не получилось? Почему не получилось? Beautiful athleticism. He finally got it, guys. Baron Corbin looks like he's really struggling right now. Да, Корбин вообще. Корбин тряпка. Корбин. Oh man, what a beating he's taking. Еще раз в грудину пробиваем. But clearly, nobody's home. Погнали, полезно. Быстренько, быстренько, быстренько. Главное, чтобы не сбил. Главное, чтобы не сбил. А он может. Нет, он не собьет. Все. Good night, это точно. Все, 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 все. Два. Три. А, три. Отлично. Первая защита нашего титула. Все закончено. Все закончено. SmackDown Live. Посмотрим немножко. Так, ну это первая попытка. Неудачно. А вот это было. Бам! Ladies and gentlemen, you just got a taste of the unbelievable kind. Да, дамы и господа, вы только что посмотрели невероятно. Прикольный, конечно, челлендж замутили. Фу. Ну иди, иди, иди. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. Потому что, да, Гладиолус. В общем, увидимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Извините. Пишите комментарии. В общем, все как обычно. На этом все. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Пока-пока.